Если вы хотите преуспеть в работе с клиентами, то вам нужно научиться отводить на каждый контакт ровно столько времени и сил, сколько он заслуживает. Я часто встречаю консультантов, которые сильно вкладываются даже в те контакты, про которые заведомо известно, что они не приведут к продаже. В результате они вымотаны, время потрачено, а результат нулевой. Есть клиенты, которые доставляют массу проблем. Тратят время на незначительные вещи, тянут с ответом, не собираются принимать решения, да и просто хотят получить внимание, отнимая ваше драгоценное время. Они могут часами общаться с вами по телефону, вести активную переписку, охотно встречаться, а иногда и настаивают на необходимости встреч, но это никак не приближает к продаже. Все ваши вопросы о том, собираются ли они купить тот товар или услугу, который вы предлагаете, игнорируются или вы получаете очень туманный и невнятный ответ. Возможно, я об этом когда-нибудь подумаю. Есть и такие клиенты, которые за те деньги, что они вложили в ваш продукт или услугу, хотят получить в 2, в 3, а то и в 10 раз больше. Они требуют к себе невероятно много внимания, заваливают вас все новыми требованиями и пожеланиями. А вы тем временем теряете возможности общения с более выгодными клиентами. Поэтому так важно развивать в себе проницательность, или, как говорится в народе, шестое чувство. Чтобы понимать, вложение в каких клиентов окупится с лихвой, а за какими гоняться не стоит. Составьте список тех, общение с которыми ни к чему не привело. Не тратьте больше на них свое время. Пока вы будете уговаривать одного, можно уже успеть продать десятерым. Гораздо эффективнее, если вы посмотрите, кто из ваших потенциальных клиентов, с которыми вы сейчас общаетесь, с большей вероятностью готов стать не только лояльным покупателем, но и надежным партнером. Уделите им больше времени и внимания. Именно так делают лучшие продавцы, чьи доходы, удовлетворение от работы и уверенность в себе гораздо больше, чем у остальных консультантов. Берите на вооружение лучшие способы ведения продаж, и ваши результаты очень скоро начнут вас радовать.